Здравствуйте. Меня зовут Шинкарев Глеб Сергеевич, и я преподаватель реставрации в инженерной школе одежды. Сегодня мы начинаем курс лекций, посвященный реставрации станковой масляной и темперной живописи. Реставратор – это хранитель истории, хранитель искусства и традиций. Для нас, как для реставраторов, наиболее ценным, конечно же, является авторская живопись. В том виде реставрации, в котором мы видим ее сегодня, такой имеющий научный подход, взаимодействующая со всеми другими дисциплинами, такими как химия, физика, биология, кристаллография, так, к сожалению, было не всегда. –